с этим новым агентом Фейлау не прогадала. Хотя поначалу я сомневался. Думал, очередной желторотик, который мнит себя круче всех. А потом нарвется на чистильщиков. И привет. Но нет, вышло совсем наоборот. Между нами говоря, настолько способные агенты на дороге не валяются. И никогда не валялись. Я за таким героем пойду хоть в преисподнюю или на окраину города. По-моему, теперь одно другого стоит. Черно-пятничный сюрприз в крупных универмагах. А какой из них самый известный? Эйплс. Возможно, Амхерст начал именно с него. Нам нужен исходный, не мутировавший штамм вируса, чтобы сравнить его с мутировавшими штаммами наших пациентов. А найти его можно только на тех купюрах, с которых все началось. Давай в Эйплс и принеси оттуда все зараженные купюры, какие найдешь. Черт, похоже, там кто-то есть. То есть нам помогут? На помощь не надо, пригласите! О, это вряд ли. Внимание, выход из безопасной зоны. Так, агент, твоя задача — найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамм вируса. Эйблс — один из первых очагов заражения, так что, если повезет, там будет полно таких купюр. А также Нью-Йорк. В универмаге один из самых крупных лагерей беженцев. Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться. А значит, на вакцину можно не рассчитывать. Так что это производственная необходимость. Концентрация углекислоты повышена. Ого, похоже, в здании пожар. Я загружу в ИСАК планы этажей. Наверняка они тебе понадобятся. Расчет маршрута к пульту системы пожаротушения. Тушение включено. Система блокирована на верхних этажах. Снимите блокировку вручную. Отлично. Иди вперед.
Я пороюсь еще в этих схемах. Буду сообщать тебе, где выключатели. Напоминаю, тебе нужно найти те купюры, на которых был исходный штамп. Ищи везде. В кассах, в коробках для пожертвований, в банках для чаевых. Везде, где только могут быть наличные деньги. Вирусное заражение отрицателен. Тест на вирусное заражение отрицателен. Тест на вирусное заражение отрицателен. Надеяться, ты успеешь найти эти купюры до того, как чистильщики все сожгут. Высокая температура разрушает ДНК. Уже при 100 градусах ковалентные связи рвутся, и двойная спираль расстегивается, словно молния на платье у старшеклассницы. Еще и поэтому не стоит их к себе подпускать. Ну вот, и я о том же говорю. Тесты на вирусное заражение отрицательные. Тесты на вирусное заражение отрицательные. Внимание! Опасность возгорания. Судя по схеме, впереди находится аварийный переключатель. Концентрация вируса. Есть. Значит, где-то рядом зараженные купюры. Ищи их. Только не слюнявь, когда найдешь. Внимание! Опасность возгорания. Я нашла еще один выключатель системы пожаротушения. Высылаю координаты. Противник поблизости. Ты
Агент, не хочу надоедать. Мне нужны эти купюры. В целости и сохранности. И не обугленные. Обугленные края означают, что молния на платье уже расстегнута. И постарайся не погибнуть, ладно? От обугли... Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Внимание! Подтверждено наличие вируса. Агент, будь начеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Держись от них подальше. Повторяю еще раз, купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Вы покидаете зараженную зону. Потрясающе. Найти в разоренном универмаге купюры с исходным штаммом все равно, что иголку в стоге сена. Но тебе удалось таки это сделать. Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, с меня выпивка, если она еще где-то осталась. Спасибо, агент. Этот образец исходного штамма мне очень помог. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. Молодец. Но нужно работать дальше. Сэм, я постараюсь вам помочь. Успокойтесь и скажите, что вы хотели. Вы знаете, кто за всем этим стоит? Правительство. Она вешает лапшу на уши. На самом деле это провокация. Все... У меня есть вещица, буквально создана. Смотрите, для вас. Кого к нам занесло. А, вот и ты. Привет, я... Одну секунду. Да. Извините, доктор Кендалл, но образец не дал результата. А вы прикомнатные делали? Вы же сказали... Я сказала, комнатная температура. Ну, отклонение было незначительное. Знаешь что, я сама сделаю. Ты просто не трогай. Сделаем вид, что ничего не было. И почему так трудно найти компетентных помощников в разгар эпидемии? Ну, во всяком случае, мы приступили к анализу тех образцов. Доктор Эллис меня выручил, взял на себя медблок. Теперь меня не будут отвлекать. Моя бывшая говорила, что патогены мне ближе, чем люди. Моя бывшая. Забавно? Да. В общем, продолжай в том же духе. Мы уже на полпути к вакцине. И с твоей помощью мы ее сделаем.
Настоящая работа, агент. Тебе должны платить как следует. Боже, больно-то как. Там реально что-то сломано. Береги себя, ладно? Спасибо тебе. Здесь не 5 звезд, но хотя бы можно спокойно поспать. Ты знаешь, чем порадовать инженера. Отдельное помещение для ремонта оружия и снаряжения. Агент, там такое можно творить. Геройствуй дальше. Продолжай работать. Я тоже не сделаю все. Все работает штатно. Спасибо за помощь, агент. Ладно, мне работать надо. Задай.